мученик воин Евгений. Можно сказать, что вообще мне, я считаю для себя вот символ вот этого геройства, этого все православные воины, Кардионова Евгения, который крест просто не отдал, и все. Ни разу за все время поиска не было у меня ощущение, что все может закончиться очень трагично. Не может так случиться, что я останусь одна, что Жени никогда больше со мной не будет. У Жени Родионова тоже был выбор. Он попал в плен, ему говорят: «Прими мусульманство и будешь свободный». Листик не снял, он был казнен. Если он так поступил, значит, и я так должен поступить. Потому что он очень важный пример. И вот этот пример Жени, конечно, для всех нас очень дорог. Вот это вот подвиг. Мне его надо много, лишнего не будет. Везде надо, в спальне надо, на кухне надо, в комнате надо. То есть, чтобы дом мой не был пустым и холодным. Как я могу? С чистого листа жизни не начнешь. Мне сын нужен живой, а не на иконах.